Друзья, всем привет! Сегодня я экстренно выезжаю в Икею, потому что там появилась новогодняя коллекция буквально вот недавно. Ее катастрофически, мне кажется, быстро разбирают, поэтому мне нужно успеть вам ее снять. На самом деле, к Новому году я не уверена, что буду что-то покупать новое, потому что, мне кажется, у меня все есть. Но съездить в Икею, посмотреть новогодние украшения, это для меня как отдельный вид медитации. И тем более я буду вам полезна этим видео, все покажу, что там есть новенькое. Так что будем отправляться потихонечку. Но у тех зрителей, кто смотрел предыдущее видео, мне кажется, будет диссонанс, потому что буквально только что мы еще декорировали дом для осени, а тут уже сразу же такой скачок в зиму. Но мне кажется, сейчас у всех уже настроение разное. В любом случае, выбирайте любой вариант, который вам больше нравится и больше подходит на данный момент, что осенний, что зимний. Я с радостью покажу вам и то, и то. Один вариант вы уже можете посмотреть на моем канале, а зимний вариант вы смотрите прямо сейчас. Так что предлагаю не затягивать и начать это видео. Я нашла куал. Мне они очень нравятся. Но по цене, конечно, не 1199. Я думаю, что придется воздержаться. Так они очень милые. Мягенькие такие. Зимнего пока что вижу вот такие коврики для сушки посуды или чего-то. Как-то у них был принт красный, сейчас зелененький. Тоже симпатичный. Это, насколько я знаю, еще осенняя коллекция, но вообще такой принт, мне кажется, и под зиму подойдет. Но в любом случае, если у вас еще осеннее настроение, можно и такой вариант рассмотреть. Зимние коллекции, такие баночки. На сайте они представлены с лампочками внутри. Принтер 2021. Очень минималистичный вариант салфеточек. Салфетка под приборы. Она оказывается прозрачная. Я думала, что она белая. Просто у них как-то была такая же белая. У меня дома есть с красным узором. Они, получается, еще под цвет тех салфеточек, которые я уже показывала. Ну, в общем, в целом выглядит приятно. Цвет приятный. Для кого-то, может быть, еще актуальна осенняя тематика. Не знаю, для меня лично еще зимняя не наступила. Здесь вот такие веночки. Мне кажется, их можно как-то украсить и на Новый год. То есть они такие универсальные. Ну и вот здесь декор еще тоже в том числе. Там тыковки лежат. И вот это все, я так понимаю, тоже осенний принт. Эти тарелочки мне очень понравились на сайте. Мне кажется, принт очень симпатичный. У них там еще так это все представлено красиво. И вот такие же чашечки есть. Со снегирями. Они, кстати, не очень большие. Такие среднего размера. Вот, если кому-то нравятся такие тематические тарелочки, то они, в общем-то, по приемлемым ценам. Хотела сказать, что сегодня будний день, а людей достаточно. Поэтому новогоднюю коллекцию, я думаю, тоже быстро разберут. Я пока что ищу формочки, не могу их найти. Это не зимняя коллекция, но мне очень нравится, потому что похоже на бокалы для шампанского. Такая вот красивая вазочка. Бокалы я имела в виду вот эти. Я, кстати, пыталась долго выловить. Сначала их не было в наличии, потом оказалось, что в магазине все есть. Здесь видите, сколько коробок стоит с ними. Но они действительно очень красивые. В этом году вот такие бокалы. Тоже, на мой взгляд, на любителя. Ну, вот они вот такие, довольно легкие. Я вообще сначала подумала, что они пластиковые. Но нет, конечно, они из стекла. Вот хоть убейте, я нигде не могу найти формочки для печенья, там, для выпекания этого всего. Скорее всего, наверное, их уже разобрали, но нигде прям не могу найти. Тут еще осенний вариант для подушек на лочку. Тоже она выглядит вот так, получается. Принт приятный, на мой взгляд, такое сочетание темного, темно-серого с оранжевым. Выглядит неплохо. Какой красивый цвет подушечек.
для стула. Мне кажется, камера еще не передает. Я не знаю, если я приложу фотографии, как это будет смотреться так же или нет, но в жизни выглядит очень красиво. Приятный такой лавандовый цвет. Что это за милашество там? Ползает. Здесь представлены рождественские веночки. Это не сильно украшены, мне кажется, еще можно их додекорировать. Ну, вот такие какие-то шишечки на них есть. Здесь есть еще елочки, но я не знаю, конечно, может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, цена не совсем соответствует. Потому что они довольно маленькие, я бы не сказала, что на них прям очень много веточек. Эти веночки с подсветкой очень классно смотрятся, как вариант. Если дополнительно не декорировать, просто с лампочками их ставить. Вот опять появились звездочки, но в этом году зеленый принт, как я уже обратила внимание. В прошлом году были красненькие такие. Осталось их здесь не очень много, так что я думаю, их тоже быстро разберут, как в прошлом году. Смотрится симпатично. Хотя мне, честно скажу, больше нравится без вот этих зеленых вставок. Очень милая настольная лампа. В детскую комнату, например, если ставить на зиму, мне кажется, вообще очень мило. Вот, оказывается, где все милейшие звездочки. Эти резные, мне кажется, самые классные. Это очень красивая, на мой взгляд. И вот такая резная тоже. Но она вроде у них всегда есть, примерно с таким похожим рисунком. По звездочкам пока что еще изобилие, но на секундочку, на дворе еще только конец октября. Я думаю, что до Нового года, конечно, тянуть не стоит, потому что всех резных звездочек уже точно не будет. Я вот очень хотела себе вот это купить, но посмотрите, она довольно высокая по цене, а по размеру совсем маленькая, то есть вот если сравнить с рукой. Коробочка очень приятная. Вот здесь представлены разные новогодние гирлянды. В том числе какие-то с листиками, я так понимаю. Совершенно на любой вкус. Ну вот они, в общем-то, представлены. Такие листики. Кажется, в плане каких-то подсветок в этом году очень много всего. Здесь еще домики разные. Такие всякие украшения. Тоже как веночек такой. Кстати, вот кажется, что этот подарок такой огромный. На самом деле они все упакованы, как всегда, в Икее. Нормальные миниатюрные коробочки. Так что не должно возникнуть проблем. Вот я добралась до оберточной бумаги. Гномиками и с разными другими минималистичными узорами, как мне кажется, в этом году. Не знаю, может, еще у них есть какие-то варианты. Но такие яркие зато краски. Еще бумага просто в полоску. Здесь, оказывается, огромное количество разной другой бумаги есть. Вот есть в стиле, как я уже показывала, салфеточки. Есть целые наборы с бумагой. Три рулончика. Они причем длинные, не маленькие. Еще есть такой цвет. Крафтовая бумага. Тоже три рулончика. Для декорирования подарков. И подарочные пакетики. Дизайн минималистичный. Такие милейшие маленькие пакетики. Вот они представлены. Они прям крохотные-крохотные, но очень симпатичные. Раньше никогда не видела такие шляпные коробочки. Они очень симпатичные. Такие подсвечники есть. Я думала сначала, что это снежинки, а там цветочки. Есть зимние варианты таких свечек. Такие красивые маленькие свечи.
Они не такие большие, как стандартные здесь бывают, и вот с таким узором. Эти подсвечники тоже очень красивые. Это не зимняя коллекция. Симпатичные такие. Наверное, все-таки не совсем прям очень красивые, но в некоторых вариантах дизайна, мне кажется, будет смотреться классно. И подносик вот этот симпатичный. Можно ставить сюда как раз свечи. Какой-то зимний декор, например. Это все вроде не зимняя коллекция, но вкус, это, наверное, вполне рождественский. Корица и яблоки. Здесь представлены еще какие-то милые наборы и корзиночки. Я так понимаю, что там какие-то приятные специи. И самая волшебная часть – новогодние игрушки и декор для дома. И по традиции на выходе, в общем-то, весь Новый год и сконцентрирован. Здесь есть такие варианты елочек. По ценам вот можете видеть. Вот еще вариант веночка. Его тоже можно украсить. Да, к огромному сожалению, сейчас не везде магазины IKEA открыты. Тем не менее, расстраиваться не стоит, потому что всегда выручает онлайн-шопинг. Поэтому я стараюсь максимально все детально показать, чтобы вы смогли иметь точное представление о вещах. Золотые игрушки, кстати, очень классно выглядят. Но учтите, что здесь вот такие вот огромные коробки с ними. Такие подвесные снежиночки есть. Вот такие плоские игрушки. Сейчас скажу, из какого материала. Они с золотом тоже. Они, оказывается, из фаянса. Это вот композиция тоже небольшая по размеру. Вот эти игрушечки на елке, они в трех цветах в коробочке. Вот эти игрушки просто милейшие. Я их смотрела на сайте, было написано, что их нет. Вот они, оказывается, есть в наличии. Такие козлики, оказывается, еще есть не только в маленьком таком размере, еще и такие большие. Они уже потяжелее, но все еще не такие тяжелые, как выглядят. Красивая, кстати, звездочка. Есть такие поменьше. В этом году еще появились такие керамические гномики. Они мягенькие. В общем-то, я в итоге не удержалась и хочу все-таки взять этот набор. На сайте я смотрела, что его уже нет, а здесь мы с ним встретились, и я решила, что, наверное, это судьба. Тоже есть в этом году пряничный домик, и я его тоже хотела бы взять, потому что я мечтала его сделать в прошлом году, и купить, точнее, уже заготовки, но нигде уже не было. И вот такие рождественские конфетки уже продаются. Они, кстати, очень вкусные. Раньше я их прям обожала. Конечно же, рождественское печенье. У меня такие коробочки есть в Чехии. Печенье очень вкусное, мне очень нравится. Имбирное печенье можно вешать на елочку. Еще одни новогодние конфетки. Безалкогольные фруктовые напитки уже тоже представлены. Акулы из Икеи все еще в моде. Ну что, я потихонечку выхожу из Икеи.
Мне, честно говоря, поднялось новогоднее настроение, хотя я этого не ожидала. У меня еще была прямо осенняя тематика. Как видите, я специально сегодня одела маску с оленями. Так, в общем-то, все, что я купила к Новому году в Икее. У меня не будет какой-то огромной распаковки, потому что вы все можете видеть сами. Я все-таки не удержалась и купила вот этот красивый наборчик. Мне кажется, он очень милый, поэтому если вдруг вы захотите, и он будет в наличии, обязательно покупайте, потому что мне показалось, что он ну прямо очень милашечный. И сейчас вы можете более детально посмотреть каждый домик. Мне очень нравится, как они сделаны, но единственное, учитывайте, что сами домики очень маленькие. Сзади домиков есть небольшое отверстие, и, как я поняла, туда можно вставлять лампочки, и домики будут светиться. Все-таки не удержалась и докупила еще одну звездочку. Я купила, в общем-то, абсолютно вот такую простую белую, как я вроде бы уже упомянула в видео, мне такие больше всего нравятся. Просто обычные резные, без каких-то дополнительных цветов. И моя прошлогодняя мечта, которую я нигде не нашла, потому что уже поздно спохватилась, это имбирный пряничный домик. Классные формочки, из них можно делать капкейки, и они будут в виде елочек. В магазине Küchenland уже, как обычно, продаются очень классные новогодние вещи. Очень милые салфеточки. Такой милый веночек, сюда можно поставить свечи, точнее не можно, а нужно. Такие симпатичные свечи. И вот еще одни свечи в виде Санта-Клауса, тоже очень классные. Очень классная чашечка с двойным дном. Будет, наверное, очень красиво смотреться. В Каусе можно найти очень много новогоднего текстиля. Мне нравятся вот такие вот вазы или горшки для цветов, но мне больше нравятся более классические такие, но такой тоже неплохой. Здесь также представлен огромный выбор диффузоров, и вот от себя могу посоветовать, мне понравился вот этот аромат неплохой, но, наверное, мой фаворит вот этот красненький, очень приятный. Я понимаю, что не все хотят тратить очень большие суммы на декор, и, к счастью, есть прекрасные варианты в обычных гипермаркетах. Например, я буквально вчера зашла в Ленту спустя долгое время и обнаружила там столько красивого декора, что у меня просто разбежались глаза. В прошлом году я была в Праге в это время и сняла, какие новогодние украшения продаются там, в обычных гипермаркетах. Так что, если вам интересно, то обязательно смотрите. Смотрите, какие недорогие украшения, но какие красивые. Просто прелесть, на мой взгляд.
Они получаются как 3D, такие объемные, из дерева. Прямо мега красивые. Из дерева есть еще вот такие вот сани. Очень красивые, еще и с бубенчиками. Я обожаю вот такие мини-вены. И посмотрите, здесь есть игрушка с мини-веном. Сейчас надо удержаться, ее не взять, но я на грани, честно говоря. И здесь вообще так много всего. Паровозики очень красивые. Щелкунчики. Вообще просто изобилие. Смотрите, какое милашество. Просто прелесть. Они такие маленькие, миленькие. Есть еще вот такие фонарики уже сразу со свечкой. Внутри. Вот это, наверное, один из моих фаворитов. Во-первых, она стеклянная, во-вторых, посмотрите, какая классная. И здесь есть еще вот такие серебряные елочки. По-моему, просто прелесть. И по цене тоже. Смотрите, есть отдельная вот такая гирлянда с прищепками, и вы можете вот так вот сразу подсвечивать свои фотографии. По-моему, вообще гениальная задумка. Мне очень понравились вот такие вот подсвечники, смотрите. Просто поставил туда маленькую свечу, и все. И это уже красиво. Здесь много вариантов, но вот это, мне кажется, вообще супер. Из дерева. И здесь еще огромный выбор свеч. Такой вот красивый принт. Само качество свеч, наверное, оставляет желать лучшего, но если для фотографии, мне кажется, супер. Мне, честно говоря, в ленте даже как-то больше нравится ассортимент, чем в Икее. Так, я решила быстренько показать, что я в итоге купила. В начале этого видео я говорила, что я вроде ничего не хочу покупать нового к Новому году, но, как видите, что-то пошло не так. В общем-то, всю эту милоту вы видели в магазине, я вам показывала. Купила такую вот игрушку, ее можно повесить. Вот такой красивый веночек, и я думаю его не вешать, а просто вот так вот поставить свечку сюда, и будет такой как красивый декор. Такой вот потрясающей красоты шарик. Мне он прям очень понравился, он из тонкого-тонкого стекла. В Чихе у меня тоже есть елочка, которую надо украшать, и я купила вот такой вот цветочек на нее. У меня вообще была такая задумка украсить ту елку именно вот так, с такими разными цветами, и вот такую вот прелесть с моими любимыми мини-венами. Это тоже игрушечка такая, просто прелесть, мне кажется. Решила записать концовку уже без маски, на фоне там Икея виднеется как раз. Спасибо, друзья, огромное за просмотр. Я надеюсь, что это видео будет для вас как помощь, потому что вот сейчас уже нужно бежать в Икею покупать новогодние вещи, а настроение приложится. В общем, у меня уже просто забилась память на телефоне. Я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.